наши огромные массивные колонки. Подтягивайтесь все сюда. И совсем скоро, буквально через несколько минут, мы начнем наш анонс и расскажем вам всю подробную информацию на сегодняшний день. Давай, только любой. Белей парус одинокий, в тумане море голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родной. Аплодисменты, друзья! Аплодисменты! Вот этот парус, друзья! Совсем скоро мы расправим наши паруса и ринемся. А пока мы ждем всех-всех-всех, собирайтесь. Если есть желающие рассказать еще стишок, конечно же, подходите. А вот эти желающие. А вот я не дал. Ну, честно говоря, стишок рассказать мне как-то слабо. Вот ему не слабо, он это делает, он продолжит. Ребята, я очень рад, что мы так все сегодня здорово здесь собрались, что нам так повезло с погодой. Потому что вчера было, честно говоря, страшно, когда пошел, немножко начал накрапывать дождик, подул мерзкий ветерок из каких-то ледяных сугробных куч. Вот, ну, в общем, на самом деле все очень здорово, все очень весело уже начинается. Но у нас заготовлено много чего интересного здесь, поэтому хотелось бы стартовать, пройти маршрут без задержек и без проблем, хотя он тоже интересный, со всякими заковыками. Но очень здорово, что присутствуют здесь и представители клубов, и представители бизнеса, который занимается тем, что отбирает наши денежки, но снабжает нас всякими интересными игрушками. Это тоже очень здорово. Да, вот я про вас. Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо всем, кто помог нам организовать. Но еще, наверное, рано всех благодарить. Мы будем благодарить ближе к вечеру. Сейчас я хочу дать слово Максиму, который положил огромное количество усилий в то, чтобы этот праздник состоялся. Он скажет напутственное слово. Я положил даже свое сердце на поприще квадродвижения. Ребята, хочу поздравить всех с открытием нового 2015-го квадросезона. Пожелать безаварийной езды, как можно меньше алкоголизма и пьянства за рулем. Все посмеялись, да, сейчас? Да, люблю, я сам бухаю, я знаю. Но я всем желаю сделать это как можно меньше, потому что вид этого спорта все-таки спортивный и не совсем безопасный. Не забываем одевать шлема, не забываем одевать защиту. И, конечно же, не забываем заливать бензин. Вот сейчас все подумайте, кто собрался ехать на хард или на лайт. У всех заправлен бензин. Чтобы мы не удивились там в районе Мурманки, что у кого-то он закончился. Нам очень приятно, я вот от команды нашей вне зоны еще раз хочу поздравить и пригласить сюда Дмитрия из компании «Шторм». Это тот человек, который делает, скажем так, нашу любовь безопасной. Квадроцикл без защиты – это и безопасная любовь. Дмитрий, вам слово. Всем привет. На самом деле безопасным, наверное, делает все-таки защита на человеке, шлем. А мы делаем так, чтобы ваше удовольствие, оно максимально растягивалось и не возникало затруднений из-за того, что что-то сломалось, что-то отвалилось, где-то что-то помялось. Так вот, рад всех приветствовать, не буду много времени отнимать, рад всех видеть, старых друзей, которых не видел с осени. Сезон открывается. Солнце нам в помощь, легкой дороги и хорошего настроения. Ну что, да подождите вы сейчас, еще подарков тут надо раздать. Что, домой их повезу, опять в гараже останутся, целый год будут лежать. Сейчас я хочу пригласить к нам сюда в центр. Это вот Александр. Кто не знает, погоняло лохматый представитель фирмы «Алекс Мото». Здравствуйте, Александр. Здравствуй, Максим. Ну, собственно, что, хотелось бы все-таки пожелать неспокойного сезона, иначе зачем мы все здесь собрались. Вот. В поддержку слов Максима, как бы хотелось, конечно же, сказать, что все-таки, наверное, не пейте за рулем, ходите к столику, там удобней. Желательно, конечно, делать все-таки после прохвата, потому как это наше все. И отдых все-таки у нас больше активный, чем алкогольный. Вот. Хотелось бы, во-первых, поблагодарить организаторов. Мега-человечище, Максим. Если бы не он,
Это просто было бы все ничего невозможно. Конечно, при поддержке всех нас вместе взятых. И хочется пожелать всем удачи и хорошего отдыха. Спасибо. Ребята, у меня такой вопрос. Как можно быстро извлечь воду из карбюратора в пятисотке? Бери, ну это, его задрать! Я механиков не спрашивал. Задрать на задние колеса. Так, задрать на задние колеса, и куда вода денется из карбюратора? Никуда, да? Так, дальше, неправильный ответ. Куда мы деваем воду, которая попала в карбюратор? И сжигаем. Сливной болт выкручиваем. Сливной болт выкручиваем и сливаем через трубку отстоя карбюратора. Так? Да, здорово, получай приз. Так, сейчас мы приглашаем сюда представителя КС Мото. Это дилер, продающий, ну, представляющий сегодня, ну, завтра продающий, а сегодня представляющий марку Стелс Сергей. Здравствуйте. Всем привет, ребята. Поздравляю с открытием квадросезона. Чуть не сказал с Новым годом. Рад приветствовать вас буду в своих салонах. Адрес Маршала Горова, 14, Кировский завод. Сейчас будет представлена новая модель от Стелса, Стелс Гепард 800. Можете после покатушек подходить, протестировать, посмотреть. Все расскажем, покажем. Вот. Ждем вас в наших салонах. Заливается в заднем. Механик, не на, не смотри на меня, я так тебе дам подарок. Мы знаем, что ты все знаешь. Скажите, какое масло заливается в задний мотор? У тебя уже два подарка, ну будь человеком. Какое масло заливается по формуле в задний мост квадроцикла? 80-90! Кто первый ко мне подбежит, тот получит сразу два подарка. О, лошара, да? Лоханулся. Да, было бы сейчас. Иди сюда, не расстраивайся. Дай. У тебя такой был хороший порыв, я не могу тебя обделить. А где Стас Бабко? Кто-нибудь видел этого человека? Палатка. Представители компании «Росан». Алло. Хорошо, у нас зато есть представители «Олимпмото», да? Представители «Олимпмото» где? Я понял. Хорошо. Конечно, Виталик, я представляю тебе слово. Ты, как человек, провел квадроэстафету. Как тебе не знать о безопасности квадротуризма? Ну, я попробую. Я думаю, что если я что-то забуду, меня поправят. Ребят, первое и самое главное, нас все-таки действительно много. Для тех, кто, может быть, первый раз, для тех, кто катается в основном в одну каску, хотелось бы напомнить, в первую очередь мы смотрим не за тем, кто впереди, а за тем, кто сзади. Потому что чаще всего теряют и разрывают колонну именно из-за того, что долго ехал, не оглядывался. А где последний раз видел того, кто ехал за тобой? А я не помню. Поэтому самое главное, чем чаще оглядываться и чем больше контролировать того, кто едет за вами, тем лучше. Ну и в конце концов, естественно, что в наших правилах всегда помогать. Если кто-то застрял, сломался, не дай бог, или что-то, какие-то проблемы, то мы никого не бросаем в полях. Мы все-таки помогаем всем, вне зависимости от того, знакомы мы лично или нет. Я напоминаю, это, в общем, для тех, наверное, в первую очередь, кто с нами еще не катался. Это, наверное, самое главное. Теперь о формате. Как всегда, мы едем по двум маршрутам. Один из них так называемый Light. Облегченный не хочу назвать, там тоже будут свои изюминки. Но это маршрут, по крайней мере, проходимый для техники в стандартной комплектации. Для всех квадроциклов на обычной стандартной резине, без каких-либо шноркелей, бедлоков, доработок. Ну и, в общем-то, проходимый для квадроциклистов с любым уровнем квалификации. Соответственно, вам просто надо подумать, с кем стартовать. И второй маршрут, это маршрут Hard, там уже будут приключения взрослые, в общем-то погода показывает, что у нас есть и достаточно глубокие лужи, броды, грязь и всякие трудности, поэтому на маршруте Hard оцените свои силы, прежде чем туда отправляться, он может вернуться завтра утром. Кто ведет, кстати, маршрут Hard, Алексей? Владимир Парадович.
Евгений Владимирович Парасочкин. Евгений Владимирович Парасочкин. Вот он ведет маршрут «Хард». Несколько слов о маршруте «Хард». Я не хочу никого пугать, но вот этот человек, он может быть сказать что-нибудь страшное. Спасибо, спасибо. Ну, что так, я не знаю. Две недели назад я там был, но по льду ехал. Поэтому, ну, я сегодня приоделся, надеюсь, вы так же. Так что всем удачи. Спасибо. Привезли новую 500-ку X5, его можно попробовать. У нашей палатки он стоит. Да, можно проверить. Ребят, я напоминаю, что когда вы вернетесь с маршрута, тут смотрите палатки с логотипами, с брендами, ищите, требуйте тест-драйва, требуйте, чтобы вам что-то рассказали, если интересно, конечно, если вы еще не определились с техникой. У нас на поляне появился Стас Бабко, которого мы так долго искали. Это «Бомбардир-клуб», для тех, кто не знает. Передаю ему слово. Здравствуйте. Здорово. Как обычно, надо задавать вопросы, да? Да. Слушайте, начнем с простого. Как называется компания, представляешь, техники «Берки» в России? Росан! Отлично. Рады, что вы такие молодые, уже райдеры уже знают. Компания «Росан». Те, кто остается в лагере, вот наш представитель пейнтбольного клуба. Расскажи, что вы привезли с собой и как вы будете развлекать людей, оставшихся в лагере. Убивать никого не будете? Да, всех приветствую с открытием квадросезона. Мы представляем тоже активный отдых на основе игры пинбол, лазерный пинбол. Соответственно, приглашаем вас в наш игровой комплекс на Мурманском шоссе, поворот на Шлиссельбург, огромный игровой комплекс. Сегодня мы для вас абсолютно бесплатно, для всех желающих. Ну, конечно, дети, женщины, может быть, оставшиеся, чтобы им заняться было чем. Могут подойти к площадке «Шторм». Там расположены наши два бойца, они выдают вам снаряжение электронное, и вы здесь сможете, соответственно, поиграть в сценарии, реализованные в пинболе, но с помощью лазерного пинбола.